эмоции вызывает белый? Белый у меня вызывает дрожь в коленках. Белый цвет у меня не вызывает никаких эмоций, потому что не люблю я белый цвет, ни одной вещи нет белой, белая только машина. А белая машина для мужчин или для женщин? Для лета. Чистоту, легкость – это новое начало для творчества. Белый вызывает эмоции радости, веселья, свадебного платья, доброты. Почему мужчины выбирают преимущественно белые рубашки? Белые рубашки, поскольку за ними можно увидеть ту женщину, которая ухаживает за этим мужчиной. Откуда берутся шутки про блондинок за рулем? Ну, скорее всего, из жизни. Блондинка крашеная или натуральная? С точки зрения парикмахера, все-таки блондинка крашеная. Правда ли, что мужчины предпочитают блондинок? Нет, не все. Я предпочитаю брюнеток. Почему бы не сделать разделительные полосы разноцветными? Я бы сделала не только разделительные полосы разноцветными, но и дороги. Белые стены – уют или больничная палата? Белые стены, ну, наверное, и не уют, и не больничная палата. А белая стена ассоциируется с белой полосой на жизненном пути. Фото какой известной блондинки чаще всего показывают в салонах для примера? Представителей блондинок очень много, но яркий представитель все-таки, я считаю, Мэрилин Монро. Белоснежная улыбка – символ красоты или здоровья? И красоты, и здоровья. Здоровье в первую очередь, потому что подарили нам родители, а красоты – значит хороший стоматолог. Что вы будете делать, если увидите, как где-то около вашего отеля сломается лимузин с молодежью? Скорее всего, я бы предложила организовать их незабываемое торжество прямо на месте поломки. Ваша реакция, если вам наступили на новые белоснежные туфли? Я думаю, взрыв эмоций. Как вы поступите, если перед важной встречей пролили кофе на рубашку? Пойду домой и переоденусь. Белый – это скучно? Белый – это не скучно, а белый – это скорее вдохновение. Поскольку ассоциация с белым, ну, к примеру, белый лист. А белый лист – это начало, а начало всегда вдохновляет. Белый – это скучно? В каждом цвете нужно искать позитив. Нет, белый – очень весело.